Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Ретонирование некоторых событий республики. Здравствуйте, и вот отдельные темы. В рамках осеннего призыва для прохождения военной службы в рядах вооруженных сил страны отправилась очередная группа из 30 новобранцев. В Учхикене Малокарачаевского района активными темпами продолжается капитальный ремонт районной поликлиники. Число привившихся от коронавируса в Карачаево-Черкесии превысило 250 тысяч человек. И школьники из республики прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Бюджет Карачаево-Черкесии на 2023 иноплановый период 2024 и 2025 годов стал ключевой темой состоявшегося в Доме правительства заседания под председательством главы республики Рашида Тимрезова. Участники мероприятия обсудили основные направления бюджетной политики на предстоящие годы и характеристики республиканского бюджета на следующий год. Как и в предыдущие годы, региональный бюджет будет носить ярко выраженную социальную направленность. Более чем 70% расходов будут направлены на выполнение социальных обязательств. Это, по словам Рашида Тимрезова, позволит предоставлять различные региональные меры социальной поддержки. Речь идет как о поддержке семей и детей, так и о республиканских мерах поддержки для наших бойцов, участников специальной военной операции и членов их семей. Обсудили также расходы республиканского бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов в будущем году. В центре внимания, безусловно, остается развитие сельских территорий, работа над улучшением водоснабжения, качество автомобильных дорог и благоустройство населенных пунктов. Мы по-прежнему в качестве одного из приоритетов в работе ориентируемся на дальнейшее улучшение качества жизни в наших отдаленных аулах и станицах, отметил руководитель Карачаево-Черкесии. Число привившихся от коронавируса в Карачаево-Черкесии превысило 250 тысяч человек, что составляет более 82% от плана по иммунизации. Продолжается в республике кампания по ревакцинации и повторной ревакцинации. Процедуру прошли более 50 тысяч жителей региона. С поступлением в республику назальной вакцины темпы вакцинации выросли в несколько раз, отмечают медики. Люди охотнее приходят на ревакцинацию и чаще отдают предпочтение интраназальному введению препарата «Спутник Ви». В настоящий момент в Карачаево-Черкесии работает 14 пунктов вакцинации в разных уголках республики, где доступны вакцины «Спутник Ви» в форме инъекции и спрея, «Спутник М» для вакцинации подростков. По заявке к маломобильным гражданам и в организованные коллективы приезжают мобильные бригады для вакцинации на рабочем месте и на дому. Очередная группа из 30 новобранцев в рамках осеннего призыва направлена на срочную службу в мотострелковые, железнодорожные и воздушно-десантные войска страны. Помимо родных и близких, проводить юношей прибыли представители духовенства, администрации главы и правительства республики, а также военного комиссариата Карачаево-Черкесии. Комментирует информацию военный комиссар региона Сергей Белобородов. Отношение службы в армию меняется, это становится почетным долгом каждого гражданина. И многие люди понимают, что служба в армии открывает для них двери во многие сферы профессиональной деятельности. На сегодня ни в органы исполнительной власти, ни в органы федеральной государственной структуры без службы по призыву это является одним из основных факторов для приема на работу. В селе Учхикен Малокарачаевского района в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения активными темпами ведется капитальный ремонт районной поликлиники. Работы стартовали год назад, за это время полностью заменены все коммуникации и кровля. А в настоящее время завершается монтаж окон и внешние отделочные работы, параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено. Для 30 тысяч местных жителей, которые обслуживаются в этой поликлинике, будут созданы современные комфортные условия. Поскольку капремонт ведется в соответствии с новыми требованиями, это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учхикен, но и всего района, написал в своем официальном телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов.
В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупнейших и старейших спортивных объектов республики – стадиона «Саулук». Кардинальные изменения коснутся и трибуны, и лестничных сходов, и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Рассказывает начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарьев. Федеральный проект «Демография. Спорт – норма жизни». Ведется это строительство. Начало этого года уже оно полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основание поля футбольного где-то на 85% закончили. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное. Ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также вот по периметру будут установлены освещение, воркаут-площадки. Молочную продукцию с растительными жирами обнаружило управление Россельхознадзора в одной из школ Карачаево-Черкесии, комментирует государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. В ноябре Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствующую требованиям безопасности молочную продукцию в общеобразовательной средней школе село Пристань в Прикубанском районе. В рамках государственного мониторинга безопасности пищевой продукции отобраны пробы сметаны марки «Дива» производства ООО «МК Светловодский» из Кабардино-Балкарской республики. Результаты лабораторных исследований показали наличие в продукции растительных жиров. После установления нарушения управление Россельхознадзора проинформировало руководство школы, и теперь небезопасная продукция больше не поступает в столовую. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Помимо этого, для принятия мер информация направлена в Министерство образования Карачаево-Черкесской Республики и поставщику продукции. В этот четверг у жителей и гостей Хабецкого района будет отличная возможность приобрести качественные и вкусные продукты от сельхозтоваропроизводителей муниципалитета по ценам ниже рыночных. На центральной площади аула Хабец состоится традиционная осенняя ярмарка, которая начнет свою работу с 8 утра. На 15% увеличились объемы производства предприятия «Кавказ-пакет». Более 80 лет оно обеспечивает работу инвалидов по зрению. В прошлом году предприятие получило федеральную грантовую поддержку, что и позволило увеличить объемы производства. Региональным центром «Мой бизнес» оказывалась вся необходимая поддержка «Кавказ-пакету» при написании проекта на получение гранта, а также подготовке к защите перед экспертами. В Домбае появится канатная дорога к самой высокой смотровой площадке курорта. Здесь стартовали работы по строительству пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Ачитара, которая будет отвозить туристов на высоту в 3012 метров, откуда открывается отличный вид на легендарные рельефы Домбая. Несмотря на весьма нестабильную погоду, строительные бригады продолжают активно возводить канатную дорогу, рассказал министр туризма и курорта в Карачаево-Черкесии Расул Текеев. Канатная дорога австрийско-швейцарской компании «Доппельмайер», занимающейся производством оборудования для горнолыжных комплексов по всему миру, составит 1573 метра по горизонтали, а ее пропускная способность – 2700 человек в час. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, изготовленными по современным стандартам. 24 ноября в рамках проекта Совета по внешней и оборонной политике Северный Кавказ в международном контексте «Вызовы и возможности» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе и фонда президентских грантов на базе Северокавказской государственной академии пройдет экспертный семинар. В мероприятии примут участие 250 человек, в том числе порядка 50 научных сотрудников региона. Работа семинара будет разделена на три секции: «Кавказ в мире от прошлого к настоящему», «Кавказ в условиях мирового хаоса, особенности и перспективы» и «Запад и Россия. Есть ли будущее?». В эти дни в Черкесске проходит бизнес-интенсив, в котором принимают участие студенты вузов и СУЗов региона, заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Грантовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства.
В Карачаево-Черкесии вышел новый детский сборник «Алтын Китап» – «Золотая книга» на ногайском языке. Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, а также народному устному творчеству. Его пилотная версия, вышедшая в прошлом году, сразу же была тепло принята юными читателями и получила положительную оценку не только педагогов, но и родителей. Обновленная версия «Золотой книги» содержит больше страниц, больше красочных иллюстраций. Пополнился и понятийный словарь книги. В сборнике представлены колыбельные песни, сказки, загадки и скороговорки, пословицы и поговорки, игровой фольклор, а также познавательные материалы, азбука, основы народного этикета, сведения из истории народа, календарь, термины родства, предметы флоры и фауны и топонимы. Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесии, редакции газеты «Ногай ДВСы» и детского журнала «Мамити Кей». Презентация сборника запланирована на декабрь этого года. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам республики. Как мы уже сообщали, в Уфе проходит полуфинал и финал всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2022», в котором Карачаево-Черкесию представляет команда средней общеобразовательной школы аула Хабес. Наша команда уже приняла участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0», конкурсе школьных поваров «Кулинарный баттл» и «Блиц-турнире. Три вопроса от родителей». По итогам первого дня конкурса из 75 команд в финал вышли 20, среди которых и наша команда «СМАК КЧР». Школьники из Карачаево-Черкесии, учащиеся 11 классов Марк Дорохин и Мурат Бабоев из 7 школы и гимназии номер 9, соответственно, прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Съемки четвертьфинала проходили в Москве в телецентре Останкино. В ходе трехдневных испытаний участники телевизионной олимпиады в качестве агонистов и теоретиков обсуждали три темы – жизнь и творчество Джонатана Свифта и Даниэля Дефо, все о романе Евгения Онегина и о Александре Пушкине, пока он работал над романом. На обсуждение также была вынесена тема «1943 год во всем мире». По итогам четвертьфинала Марк Дорохин завоевал 4 ордена и 1 медаль, Мурат Бабоев – 2 ордена и 1 медаль. Теперь им предстоит готовиться к полуфиналу гуманитарной олимпиады, которая состоится в феврале следующего года. Еще одной участнице из Карачаево-Черкесии Лиане Лепшоковой не хватило всего 1 ордена, чтобы пройти в полуфинал. Учащаяся гимназии номер 13 Черкесска заработала 1 орден и 1 медаль. На базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева Карачаевска прошел муниципальный фестиваль народных промыслов «Традиции, обряды и обычаи». Цель мероприятия – формирование у молодежи патриотического интереса к изучению историко-культурных ценностей, народных традиций, обычаев и обрядов. В фестивале принимали участие образовательные организации Карачаевского городского округа и воспитанники Центра развития одаренных детей и молодежи «Мир талантов». Победители муниципального этапа представят город на республиканском этапе. Ну и в завершение выпуска последняя информация. Команда спортивной школы номер 1 «Черкесска» стала победительницей в открытых городских соревнованиях по волейболу в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции. Второе место заняла команда Ставрополя, а третье досталось спортсменам Северной Осетии Алании. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10, а в южных и центральных районах республики высокая степень пожароопасности 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 17. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова.